Жизнь как на вулкане. Работы по устранению карстового провала под многоквартирным домом свернули на середине, а расселенные жители самовольно вернулись домой. Фундамент движется и гуляет. То есть вот они нарушили, то есть до конца ничего не доделали, бросили, и сейчас это все дело плавает. Во втором подъезде у меня у товарища в квартире треснули уже обои, трещат, трещины пошли. Это уже второй подъезд. Расселили первый. Люди пошли на это, выселились, подъезд закрыли, но все свернули, и тишина. Поэтому мы вынуждены были вернуться. И живем сейчас с четырьмя детьми здесь, в своей квартире. Нам очень страшно, но у нас просто нет выбора. Почему кончились деньги, выделенные на устранение карста? И почему, хотя ситуация оказалась серьезнее, не возобновляется финансирование? Об этом и не только сегодня в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале «Живем в Нижнем».